я смотрел мультфильм про команду Винкс и про их мир. Вы разве от Netflix HBO? Детство нахер не сломало. Флора, Блум, Блум, Флора, Блум, Блум. Клуб Винкс, Стелла, Стелла, Стелла. Убежал канон, блять, за что? Фея Блум была столь хороша собой, но истерит в сериале без конца. Взгляни на Стеллу из Винкса, вдруг превратилась так торчит связь, что в силах лишь понты кидать. Логика мертва, кто скурил канон? Трансформации ждали, но хер на том. Хули эволюция виной? Или чей-то лысый болт? Так на Муся, Аиша, лом-лом-лом. Что Аиша в сезоне первом делает, не ответить могут. Правильно ли понял, что Пикси и зло в шопе полнейшей и не достанем? Что же Аиша? Клуб Винкс, Стелла, Стелла, Стелла. Полная херня и разврат. Фея Флора, но что же с ней не так? Лечили боди, позитивы в школе не она. Фея Текна, а где она? Кто объяснит, где технологии? Фея или нахер нужен этот тип? Да и смуза только, даже тут косяк на косяке. Стопия разума послала музыку. Да, бомблю опять, и мудак для всех я. Но есть нюанс, дам мне сериал на вкус говно, ведь я ждал канон. Просраны все полимеры, наркота и геи, нераскрытые перцы. Мы все в шапе черти, бегают людей жрут. Магик земли пропил, нахер все каноны в полной жопе. Важнее всего для меня остался один вопрос. Кто забрал моих трех ведьм и одной вдруг заменил? Блять, где Трикс мои? Только ради них смотрел я Винкс. Эти стервы двигали сюжет. Почему сейчас их нет? Так на Netflix про нее забыл. Аиша, хули слишком рано ты? Стелла, ЧСВ когда луны? Муза, разум вместо музыки? Флора, мы забудем позитив. Уже промо.